Поехали. Вот это коленочка к краю степа. И делаете выпады в одну сторону и в другую. Колено к краю степа. По 20 на правую, по 20 на левую. Когда вы выполняете упражнение, то обязательно корпус не скручивайте, он должен ровно находиться, а не сворачивайте. И колено прям должно к степу подходить, а не заносить туда далеко. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Загадов Владимир. До новых встреч, пока.